Этот ощипанный сурок, воскресший чудесным образом в гнезде Беркута, точно не понимал, где он и что с ним творится. Зверек начал своеобразную месть и несколько раз бросался на маленького Беркута, но у него реально не было сил, так что навредить птенцу он особо не мог. Вскоре сурок начал свой побег и уползает из гнезда.